степеништа још овде с овој стране, так? Гори степеништа. Овде и оно горе мало. Так, то што ми причали, то што буде завршено кад буде гидроизоляција завршена. Добро. То са зидањем буде. То кад буде зидате се буде там. Још буде неки бетонаж, неки још 5 кубик бетона треба буде нови зид и на и там, так? Добро, што ещё, Костя? Смотри, там наверху, на третьем этаже, да. Там по проекту есть некая конструкция. Так, а какая конструкция там есть по проекту? Можем туда направить? Можем и направить, туда не. А мы давали понуду, то постоит у нас у понуды такую конструкцию, квадраты за ту понуду. Имаш парапет, ты говоришь. А, только парапеты, там 13 кубик парапета есть. Видишь, что вы заверили, сейчас за третий спрят, еще я. Ага, а добре, значит, правим ту конструкцию, Костя, да? Смотри, там наверху терраса. У этой террасы есть некоторые стенки. Так. Как эти стенки, я проект не открывал, не смотрел. Но в любом случае, посмотрите на взоры все остальные. Там, не знаю, там они бетонные, либо каменные, либо легкие.